А что это у нее за скины? У нее новый скин! Пока... Вы это видели? Обалдеть, у нее новый скин! А что такое? Тебе что, не нравится? Смотри, как могу. Ай! Ай! Всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня будет нереальный троллинг, потому что я затроллю агростримершу, затроллю новым ножом и притворюсь опять разработчиком. Просто представьте, как же это будет смешно. Да. Прямо эту секунду, ребята, прожмите огромнейший лайк. Если вы сейчас все прожмете по лайку и подпишитесь на мой канал, то новый нож завтра окажется у вас в инвентаре. Оу май. Вот так вот. Также, ребята, обязательно подпишитесь на мой канал. Ну а мы переходим на стрим агростримерши, моей любимой. Ну и естественно, чтобы не спалиться, посмотрите на мой клан ТМ-74. Почему именно 74? Потому что это количество моего IQ. Все, брата, переходим на стрим. Это агростример же быстрее, мне уже не терпится. Ко мне разработчик зашел. Я не знаю, они в сети, давайте поищем. А, видите, она как раз. Ну вы же поняли, да? Типа, очень скоро выходит обнова. Вы все это прекрасно знаете. Так вот, Анетка у себя на стриме ищет разработчика. Но сейчас произойдет чудо. Разработчик сам ее найдет и даже кинет донат. Погнали отправлять донатик. Ну что же, я подготовил донатик, он будет таким. Я хочу тебе подарить новый нож Стинг. У тебя ровно одна минута. Ну то, чтобы зайти в лобби. Если ты меня выиграешь, он твой. И ник главный. Ой, я букву В пропустил. Ладно, главный разработчик. Все, отправляем донат. Я хочу тебе подарить новый нож Стинг. И я ее пригласил в лобби. Меня услышали. Посмотрите, ребята, какая она смешная. Все, заходит в лобби, прям сейчас все. Все, пацаны, погнали к этой малышке в лобби зайдем. Это будет так смешно. Ты точно главный разработчик? Ты точно главный разработчик? Давайте пишу. Посмотри мой клан. Если будешь сомневаться, я тебя забаню. Посмотри мой клан. Реально! Это реально! Самое главное, чтобы она не проверила настройки лобби, потому что этот полный угар. Я себе сделал кучу патронов, кучу денег, кучу всего. Я сделал 80 долларов, 100 хп и 1 броню. Подождите, стоп. Разработчик полнейший дубас. Я не сомневаюсь. Выбираем карту Sinstone и как можно быстрее я предлагаю запускаться. Давайте напишу. А, да, забыл. Если проиграешь, я тебя забаню. Я не сомневаюсь, я люблю разработчиков. Ты что, мой хороший? Она пишет, я не сомневаюсь, я люблю разработчиков. Да как же надоело, она вечно кого-то любит. Вашу машу мордой в кашу. Если проиграешь, я тебя забаню. Ох уж это Анетка, ох уж это агростримерша. Все, братва, вперед. Я уже в лобби. Я уже в лобби. О, давайте я как разработчик напишу. Я как разработчик хочу, чтоб ты прошла проверку на бомжа. Так, ребят, и давайте-ка мы прям сейчас посмотрим, а что же там за скины в этой Анетке. Это что скин для нищих? Это что за скин для нищих? Пока, Аду, показывай ножи, показывай. Показывай свои скины, Анетка. О, ну нож имеется. А как тебе мой кирголдик? Как тебе мой кирголдик, Керамбит, керамбит. Опа, да в рот, оп. Давайте напишу. Я случайно, я прыгнул. Новый покажи, новый. Я случайно. Я как раз захочу, чтобы ты пришла проверку на бомжа. Смотрите, я не бомжиха. Я не бомжиха, а главный разработчик. Давайте напишу. Иди на мид, покажу новый нож. Иди на мид, покажу новый. Иду, разработчик, иду на мидок и показывай. Мне интересно, какая там у него вообще реакция. Ау. Она идет на мид, идет на мид, идет на мид. Пришла, пришла моя сладенькая. Показывай. Так, давайте я напишу. Ты очень сильно хочешь новый нож. Показывай. Ну, показывай мне. Что она делает? Она что делает? Очень хочу. Ну, покажи. Она пишет, очень хочу. Давайте я напишу. Готова? Готова? Она сейчас пишет, да, я ей даю маслину. Давай, готова. Да, кивает головой, да. Готова. Смотри. Ты офигевший разраб?
Ну так выиграй! Меня и он твой. Ты вообще? Ты норм? Я этого дуба, я его вытащу. Я нож покажу позже, пока играем дуэль на него. Так, все, ребята, играем прямо сейчас вместе с Анеточкой дуэль на новый нож. Ты дуб, понимаешь? Давайте так, чтобы было интереснее, я должен притвориться полным нубом. Играем на всю. Ты вообще видел свое позорное КД? Все, играем на всю. Ага. У тебя сколько хп? У тебя сколько хп? Блин, сейчас, надо же соврать. 5 хп, я его выиграю, я его... Это чтоб он тащил. 5 хп, пишет. А у меня 140. Ты же не против? В смысле 140? Ты вообще? Я все-таки разработчик. Так нечестно! Она пишет, так нечестно. Я напишу, честно. То, что ты разработчик! Если чё-то не нравится, я тебя забаню. Ну чисто как максимально разработчик с максимальным CSV левелом. Ничего, я тебе вынесу. Все, ребята, не трули, бину работы. Вот это я дал! Как это с одного патрона? Давайте напишу. Ой, а им включил. Просто представьте, как же она в шоке. Она вообще не понимает, что происходит. Твою задницу забань! Так, ну что же, мои уважаемые подписчики, свою задницу забань. Ой-ой-ой-ой. Играем на всю. Погнали. Я покажу, кто королева стендофа. Все, пацаны, играем на всю. Поехали. Сейчас я специально солью жестко. Все, она меня забрала. Довольна. Да, понятно. И че, что у тебя 140 хп? Ты думал, Анетку выиграешь? Так, ребят, давайте-ка мы в этом раунде возьмем М4А1. Если я выиграю, ты себя забанишь. Обещаешь? О, давайте в этом раунде возьму М40. Она пишет, если выиграю, ты себя забанишь, обещаешь. Чего? Напишу, да. Я отдам тебе новый нож и забаню себя. Все, пацаны, это имба. Погнали наказывать дальше эту агростримершу. Я там тебе... Тогда я выхожу, не вижу смысла играть. Она пишет, тогда я выхожу, не вижу смысла играть. А что она говорит, не вижу смысла играть? Давайте напишу, смотри, как я могу. Еще подпрыгну, посмотрим на реакцию. Ля-ля-ля-ля, смотри, как могу. Ай, ай, ай. Интересно, какая твоя реакция? Ты летать умеешь? Я же разработчик, мне все можно. Ты летать умеешь? Не, ну реально, я же мне же можно, правильно? Я же разработчик, мне все можно. А, ребят, напиши в комментариях, разработчик, это можно наводить суету или нет? Я думаю, можно. Если тебе все можно, то засунь не себе огурец в попу. Ладно, играем по-честному. Если тебе все можно, то засунь себе в попу огурец. Вот он, это же сяра. Так, ребят, давайте возьму дробаш и по приколу буду стрелять по ней издалека. Просто чисто максимально по фану. Я его сейчас унижу. Я его сейчас унижу. Обновы, честно говоря, говно. Обновы, честно говоря, говно. О, смотри прикол. Оп, все, найс. Я и 15 хп снес. Все идет по плану. 3-2. Даже получи больше денег. Эх, Анетка, ну как бы тебе сказать? Тебе это все равно не поможет. Кто тебе? О, давайте возьму берецы. Давайте напишу. Ты в курсе то, что я придумал новый бан-код? Если у тебя ник Анетка, бан на 10 лет. Бан на 10 лет. Я не вижу смс. Чисто гений этой игры. Она пишет, я не вижу смс. Все, ребят, блефуем. Она пишет, я не вижу смс. Ага, не видит она. Стреляем, мужики. Просто так бесконечно. У меня же патроны бесконечны. Давайте проверим IQ разработчика. Сколько будет 2 умножить на 2? Оп, сделал вид, что как будто сделал...
А как? Чего? От как она меня не слышала? Он был в ёбке, потом там, потом сям. Так, ребят, в этом раунде, знаете, что возьму? Возьму хаешечку, возьму дым, все это взял. Так, все, ребят, мы не палимся. У меня денег нету! Как мне играть? У меня денег нету! Я не дофил, у меня денег, я не могу себе позволить АКР. Мы не палимся, мы не палимся. О, давайте я буду с ножом. О, я буду с ножом. Вот тут стоять ФК. Я обнову выпускал. Зачем ты меня замочила? Обнову выпускал. Я обнову выпускал, зачем ты меня замочила? Ой, подписчики ждут лет 10. И еще лет 10 подождут. Поверьте, им не привыкать. Почему я не могу купить норм скины? Напишу. Наверное, потому что ты бот. Пошел ты в жа! Так, ребята, в этом раунде я предлагаю возьмем М60 и погнали, утащиться с зажимом на мужиков, так тупо бежим, ребята, просто поехали, тактика зажим! Поджарочка! 4-4! Все, она меня забрала, моя маленькая забрала! Счет 4-4! Она даже думает, что она камбэкнет. Надо было поднять, поднять! Будешь моей девушкой ради нового ножа. Моей девушкой ради нового ножа. Да. Пишет да. Не, ну ты чтоб не дал ножик, понятно? Блин, это полный угар. Я ради ножа, я все сделаю. Так, ребят, давайте я возьму. А, чего взять? Пабм. О, имба. Все, я написал. Я сейчас тебе включу высокие прыжки, тут и надоело. Все, пачаны. Я сейчас. И теперь с... Опа. Прикиньте, если проиграю, это будет позор. Давай на нож, на нож, на нож! Он не успеет, он не успеет! На нож! Да! Спел! 5-4, это просто перфектимо, белиссимо, 5-4! Интересно, что она сейчас напишет? Так, нечестно! Я тебя... Ненавижу! Ненавидеть разработчика. Это, ребята, это хейт в сторону разработчика. Прости, прости. Пишет прости, сразу извиняться начала. Ох уж эта бомжетка, я просто ее не могу. Я с тобой играю ради ножа. Так ты мне не всрался, понимаешь? На шевке. Тихо. О, она идет, она идет. Она на коленях. Да! А как ты там появился? Magic. Наказали малышку. Блин, Нетка, ну это было максимально как-то нелогично. Вот. Ты как там появился? Отвечай. Это было максимально нелогично, вот прям в этом месте дефать. Ты чё, Нетка? Как ты там появился? Так, ребят, счет 6-4. Найс. Я все ненавижу. Как ты там появился, ты мне скажи? Что, понимали, Анетка, это моя девушка, она в соседней комнате. Она стримит сейчас. Слышишь, как она двери стучит? Что там у нее происходит? Опять, я даже, понимаете, я М40 беру. Не посрать, я беру М40. Так, ладно, ребята, в этом раунде берем авики. Давайте напишу. Давай на авиках ноузум. Какие авики? А у меня же 140 хп, то есть если она по мне даже попадет раз, мне ничего не будет. Главное, чтобы она хедшот мне не поставила. Ты дебил! Я не могу авик купить! Ты где? Я не могу авик. А, класс! Значит, пока я с ней общался, она меня замочила 740. Я ожидал, да, такой? Давай на авиках, алло. У нее еще по-любому должно хватить денег на авик. Какие авики? У меня нету авиков. Прямо сейчас мы идем с ней играть дуэлечку на авиках. Я не могу купить. Ты вообще? Я не могу купить, ты вообще умственно отсталый. Давайте я напишу, что я купил едва. Сейчас будет проверочка на читы. Она говорит, подойди на мид, узнай, ты чит или нет. Пишет, подойди на мид, проверка на читера еще будет. Иди сюда. А ну какая она будет проверять, мне интересно. Выброси все оружие, выброси. Она пишет, выбрось все оружие, выбросил. Проверка на читы, у меня вот такой вот скин. Смотрите, вот такой у меня скин. Читак, ты читер, ты читер. Я с читаками не играю. Всратый читер. Что я творю? Это был гениальнейший мув. Чип, подождите.
Подождите, это будет новый скин? Ну что же, ребята, прямо в этом раунде мы, что я беру? P90, чиназы сюда. Она пишет, а будет новый скин в 7-м сезоне? Напишу, да, даже 2. Я спалила. Ребят, я решила немножко затроллить. Тыба тихо. Она уже заплентила! А кто ее разрешал? Не понял, чиназы свой разрешал! Он не узнает, что я здесь, он не узнает. Ты что, какой жанагений? По брейну, да, по брейну, разработчик, по брейну! Ребята, счет 7-6, все нормально, все по плану. Эй, берем 110 и погнали наказывать ее. Погнали ее наказывать! А, Анетка, кипер, котлетка, кто не согласен, тому бан, понятно? Давайте лучше, давайте, я хочу с ней авики на узум. Давай я на узум, я тебе скинул авик. Давай! Все, я ей скинул авик. Давай, я это! Сейчас она только подбирает авик, я сразу солю маслину. 3, 2, 1. Ой-ой-ой, я мискликнул. Ребята, вы готовы к этому? Вау! Ай! Ты куда летаешь? Лежать! Ау! Оу май! Что я дал? Да как? Все, теперь давайте напишу. Иди на Б, докажу, что я разработчик. Если ты мне бан пропишешь, иди на Б, докажу, что я... ты кто? Так, ребят, я написал, иди на Б, докажу, что я разработчик. И я просто прямо сейчас хочу при ней начать выбрасывать кучу всяких скинов, чтобы она точно подумала, что я разраб. Где она? А что она не идет на Б? Иду. Алло, Анетка. Иди на Б, иди на Б. А, вот она. Да подожди. Хороший. Не стреляй, это по... Извини. Я случайно. А что это у нее за скины? У нее новый скин. Вы это видели? Покажи дробаш. Скинь писа, туалет и дробаш. Не понял. А ну-ка, возьми в руки. Что это? Это новый скин. Мама моя дорогая, откуда? Разработчик, ну как тебе моя скинеца? Откуда у тебя скин с обновы? Обалдеть! Откуда у тебя скин с обновы? А что? А что такое? Стоп, давайте я скажу. Возьми ВМ, а ну-ка. Смотрите, ну с авиком у него все окей. А пусть возьмет вот этот пистолет, а ну-ка. Вот этот глок. Обалдеть, у него новый скин! А что такое? Тебе что-то не нравится? Все, забрали. Я не понимаю, что происходит в этой дуэли. Ребят, походу, реально облома очень-очень скоро. Если вы тоже ждете новое обновление, точно так же, как и я. Пожалуйста, ребята, прямо сейчас прожмите лайк и подпишитесь на мой канал 9-6. Давайте так напишу. За то, что ты взяла новые скины с обновы, жди бан. За то, что ты взяла новые... Я ни при чем! Ой, ребятки, ща мы ее немножко припугнем, чтобы сильно не расслабляла свои булочки. Ты норм, не бань! Пишет, ты норм, не бань. У тебя только один шанс. Победи меня, и я не забаню. Пожалуйста, я иду плентить. У тебя только один шанс победить. А теперь я беру дым. А, все. Хо-хо-хо, ничего себе подлетел. Так, ну что же, опять берем 40. Давайте, ребята, тактика пук. Как же он отлетел? Сейчас будет тактика пук. Не, ребята, тактика пук, я думаю, вы ее знаете, да? Какая, блин, тактика пук? Тактика пук. Просто мы ее так бежим и кидаем подряд. Все. Какая пук? Блин, я не понимаю, я уже сам потерялся, где я нахожусь. Отвечаю, она сейчас сама потеряется, она и поймет, где она находится. Пойду из-за плечи. Она даже не видит, где я нахожусь. Я сам не вижу, где я нахожусь. Конечно, пукай сколько хочешь, разработчик. Я просто брос... О, как она заплентила. Прямо сейчас надо ее насадить на мой длинный ножичек. Пукай сколько хочешь. Тебе, Габелла. Пишу, жди бан. А что такое? Понятно? Я понял. Не хочет проиграть моя маленькая. Не хочет. А надо. Я тебя выиграю. Давайте, прямо сейчас я беру. А давайте я возьму вот так кучу хаешек и просто сейчас сделаю тактика бом-бом. Тактика бом-бом. Тактика бом-бом, братва. Вот что она означает просто. Бросаем все подряд. Какие тактика бом-бом? Какая бом-бом? Что это за тактика бом-бом?
Тактика бом-бом. Так, ребят, мне надо укрыться. Она тут, отвечай, она тут. Три, давайте, 3, 2, 1. А, бежит. А, быстрее. Не, она тут. 3, 2, 1. Нет, я успею заплатить. Ну, да. Я успею. Ну что, ребята, я думаю, пора заканчивать с этой нубеткой. С этой бомжеткой Анеткой. Ты не получаешь новый нож. Ты получаешь в рот, ой, ты получаешь бан от главного разработчика. Засунь себе тактику, бом-бом, себе в задницу. Новый нож тебе не видать, жди бан. Можешь банить, пошел в очко. Можешь банить, я удаляюсь, стендов она пишет. Блин, у нее жестко сгорело. Ладно, ребята, я ей пока что говорить, что это пранк не буду, но я ей скажу и обязательно запишу ее реакцию ко мне в ТГ-канал. Потом переходи и подписывайся. Также не забудь подписаться на мой YouTube-канал. Напиши любой хороший комментарий, также подписывайся на мой Twitch. Я там постоянно стримлю, там крутые стримы по ГТАшечке. Все, братан, всех обнял, приподнял. Все наши ссылочки снизу, всем удачи, всем пока-пока! А!